Елена Кандулайнен после инсульта вышла на публику. Актриса оправилась после болезни и рвется на работу в театр. Она чувствует себя полной сил, а еще невероятно преобразилась. Актриса связывает это со здоровым образом жизни. Скоро ей исполнится 66 лет. Она носит дерзкие мини и хвастается пышным декольте. Платьев накупила уйма. Фигуру надо иметь, чтобы такое платье носить, кокетничает красавица. Напомним, в 2020 году секс-символ СССР перенесла инсульт. Все произошло очень быстро и неожиданно во время застолья. Кандулайнен 3 дня была в коме, а после потеряла память. Она даже не узнавала собственных сыновей. Актриса до сих пор продолжает восстанавливаться, периодически летая за границу. В финансовом плане ее поддерживает сын Михаил, который живет в Нью-Йорке. Его годовой доход превышает 70 миллионов рублей. Благодаря сыну актриса путешествует по миру.